бородача вынимают. О, хороший спецучасток тут, я вам скажу. Это жестяк. Вот мы и на оффроуде после долгого перерыва. Ну, не очень долгого. Витя, спасайся! Витя пошел поближе к отцу Павлу. Павло, где ты? Она тут не приехала, я не могу понять. Тяжелая. Блин, Павла тянут просто сразу три лебедки. Сапоги, я одно могу сказать. Да, да, сапоги можно накинуть. Не-не, Паш, надо, чтобы натянули, это они не натянуты. Подожди, не мучай машины. Подожди, Паш, еще. А, тянут, давай, давай. Ух, елки, красавчик, выскочил. Вот это тут нормальное место. А правильная точная дорога, да? Сюда ехать? Сюда не выскочить. Какой-то новый серьезный УАЗ. Сюда. Очень заряженный. Дельфин. Повел. Ну, интересное место. Ну, это заболоченность от озера тут. И плюс высокая вода еще. После снега. Нормально едет. Смотрите, как у вас легенький. Раз, раз. И все. И почти проехал. Там бревно еще. Проедет, не проедет. Да, дельфин сегодня по болоту белый. У вас пока дальше всех заехал. Так, разведчик ему показывает маршрут. Тут бородач какое-то движение устраивает уже рядом. Сейчас будем смотреть. Ну, у вас, посмотрите, уже где. Да, неплохие места. Да, что-то он там подзацепился. Где ты, Павло? Привет. С лебедкой делал. Не тянет, да? Да, у меня не включается, у меня там что-то развалилось. Тяга отпала. Я ж думал, я не застрею теперь. Витя, стой! Сапожки отдай! Стой! Остановись, Витя! Уехал с моими сапогами. Я надеялся их сейчас быстро одеть. Витя, стой! Витя! Блин, его не остановить. Посмотрите, куда он поехал. Машина известная, подготовленная. Идет уверенно пока. И теперь, елки, китайский автопром вышел на большую дорогу. Так, а там бревно, а тут болото.
Видите, за счет больших колес. Бородач бросил оффроуд, снимает меня. Нырну я в болото или нет, да? Вон Витя поехал. Не, на тест-драйв взял, на ремонт и на тест-драйв. Где-то заплакал Максим, говорит Паша. У Максима мокрые ноги полностью от слез. Красавчик. Пятый. 18-й вырывается вперед, называется этот фильм. Что, будет глумиться по кругу? Опа, Витя копнул. Хотел спасти друга. Все, наверное. А может и раскатает. Может, если хватит ресурса. Красавчик, смотрите, что делает. Что значит легендарный автомобиль? Пробился, пробился. Не знаю, как дальше, но пока неплохо. А тут лебедочка. Так тут поступает с озера вода. Вода чистая, кстати, очень. Леха, ну куда ж ты поехал, Леха? Это из-за Витя. А, он помешал тебе. Подрезал. Но все равно на Луазе ты так далеко не заезжал, все равно. Леха доволен китайской Тойотой. В принципе, действительно неплохо она себя показывает. 35-й Сильвер переваривает. Но Витя таки спасает друга. Стал якорем. И поехал у вас. Очень красивое место. Где ты, Витя? Сейчас иду к тебе. Паша, бревно не сломается, Паша. Я дойду до Вити по этому бревну. Со штурманом повезло. Ну что там, Павло, как ты? Как ты? По чуть-чуть. Видишь, машина не едет. Надо не колеса менять. Вообще как залупас, короче. Будет намного дороже только, да? Ну, еще неизвестно. У тебя одна запчасть. А, по конечный бюджет залупазла непонятен еще. А что, я приходил к тебе на работу, тебя там не было. Сегодня? Нет, как-то недавно. А. Умерли. Какое у тебя место? То я, может, я туда. Восьмой. Да, да. Так, Витя. Ну, Витю, да, надо было назад. Да вроде да. Тут видно, где Витя. Пашенька, скажи, чтобы на канал подписывались, на УАЗе написан. Вот
минут 20 уже, когда бородач глумится. Говорит, по гарантии уже. Не гарантийный, а ресурс должен был 20 минут закончиться, говорит. Тут белый дельфин ходит. Посмотрите, что он там творит. Ну круто идет. На. Так, Витя пока не сдался еще. Есть там пространство для маневра. Да, Витя берет разгон и нормально едет, я вам скажу. Кто? Витя или вас? Витя на УАЗе. Витя, поосторожнее, радио уже 7 минут как закончилось. А назад не поедет? Что? Давай назад, ты не знаю. Назад не едет. Так, Витя оживился, посмотри, что делает. А тут у вас пытается выехать. Уже озеро сделал? Витя сделал озеро. Вода прибывает сюда, я смотрю, из основного озера. Да, перетекает. Перетекает, причем хорошим. Посмотрите, что он творит. Похоже, эти УАЗы. Все, Витя, похоже, приехал. Надо кого-то свежего сюда еще добавить. А вон китаец есть, да? Паша, смотри, твой двойник сзади едет практически сам. То у бородача тоже была похожая машина, но... сегодняшним днем она в другом виде даже дошла. Леха, представь, что ты хочешь быстро попасть домой. Не копай, не копай! Леха, вперед, влево, вперед, влево! Или до дерева, да. Не, вперед пусть поедет. Он уже на кочке, там уже рамой подвис. Так, белый дельфин. Сегодня в неестественной своей среде или наоборот в естественной. Спасает Витю.
отвечает. Что-то они, мне кажется, хотят на острове оставить. Что-то я не уверен, что я тут пройду. Как-то равновесие весной не то. Дельфин продолжает пытаться дотянуть. На лебедочке пошел. Один штурман на всех. Такой подготовленный, имею в виду. Да, ты сегодня готов лучше всех. А едет, не едет? Едет. Что? Свою опции, две колбаски. Витя дельфина использовал как ступеньку. Пока не сидит, может выскочит. Похоже, что сложно будет. Так, тут серьезные автомобили на маршрут. Саня, 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 Саня. Вопрос замутил коллаборацию. Антон, направо. Дерево это. Да. Стой, стой, стой! Не-не, я только доливал, не мог там закончиться. Хорош, хорош, нормально. Фокси! Есть там у нее проблема небольшая. Зайка, давай попробуем. Давай. Погоняю вас! Да. Уложил, Витя, бля, аппарат. Да не, работает все хорошо. Починил, что уложу. Там нагрузка небольшая сейчас. Или колеса мне уже не помогают. Ваша еще не очень. И стонет. Набрал. Дельфин. Потянула в родную стихию дельфина, да? Ну есть дерево вот, на крайняк можно спрятаться. Вот так красиво вышел. Красиво вышел. Золотые суппорта душу мою радуют.
Ну вот они, золотые суппорта. Кстати, хорошо тормозят. Я тестировал. Белый дельфин говорит, трубы на кардане. Что за трубы? Трубы на кардане. Да, что-то с глушителем переборщили, да? Трубы. Я его сейчас обратно поставлю. Давай, давай, давай. Попробуй починить, Витя. Попробуй починить? Да. Детеныш ты человеческий. Так, тут серьезная техника. Сейчас будут преодолевать брод 21 века. С первой половины 20-го машина. Красавчик! Опа! Как-то интересно вы поехали. Подождите. Наверное, вперед, красом. Назад могу не выйти. Назад, да. Подожди, давай подстрахуем как-то, чтобы не упала она. Виллис еще мы не переворачивали. Не, в наших планах нету. Нету, да я понял, да. Так, назад можно не выйти, снесет. Я думаю, помощь надо сюда. Да, что-то надо подумать. Ну, да, Вим, просто событие со всех сторон. Ну, подожди. Ай, сука, горячая! Где? Даша, посмотри, там сапожки мои. Кулек такой белый какой-то. А ну сделай мне фотку. А что там, лямбдазон даже есть, да? Да, все есть. Стронгер. Стронгер. Крутой, конечно. Но сейчас машина будет легче. Если его тут оставить на берегу, то ты везде проедешь. Это само собой. Наверное, так и сделаю. Можно продать его здесь, попробуй. Тут много УАЗов. Виллис или УАЗ? Виллис, посмотри, что с Виллисом. Виллис, а что с ним случилось? Упал. Иди помогай. Ты должен спасти его. Я его сейчас спасу, сейчас сохраню. Там сразу сапоги мои достань. На, сапоги свои. Спасибо. Ого, как куда он заехал? Китайцы там, смотри, где китаец оказался. Едет помощь. Так, Витя продолжает пилить контент. У него там серьезный сериал намечается. Даже не сериал, а односерийный фильм, но очень, очень разнообразный и насыщенный. Я думаю, мы вам его скоро покажем. Витя, медленно только, Витя, медленно. Ну, вроде все удачно. Виллис хоть и узкий, но устойчивый, не тяжелый. Как трасса рушит? Нормально? Да. Хорошее место там, очень. Видишь, камыш, а там с другой стороны озера, твой УАЗ нам нужен. Там камыш, а где-то кто-то ездил. Шерп может. Можешь, не, там следы такие, как здесь. Может, квадрики. Вот. Про вот эти камыши Криза говорит там. Говорит, дальше есть следы нужен. УАЗ мой. Следующего поехал спасать. Два, два и два. Угу. 2,2, 109 лошадей. Вот в этой машине. Это Great Wall на самом деле, это не Toyota. Мотор легкий. Стой!
Леха, подъедь чуть вперед. Там Витя не проходит. Посмотрите, куда он едет. Возьмите меня, мне нужна еда, стойте! Красиво идет, красиво очень идет, Витя уже освоил управление в совершенстве этим болидом внедорожным. Правей, правей! Спасибо! Кто его спасает? О, какой ты красивый! Как всегда. Еще лучше. Тут входом должен. Сафари 33, 34, 3, наверное. 33 они? 33. Она поделится, давай. Так это уже второй раз. Я уже кусман такой съел. Рус. Спасибо. Носки ляньки. Ух, елки, какие у тебя модные носочки. А где ты взяла? Мама намотала. Вот это детство, конечно. У меня даже таких не было. У меня из газеты «Правда» были. Не, бензин мерседесовский, наверное. Да, бензин. 2 или 2,3. Фильтра явно мало этого, наверное. Зарабичанин с бензопилой, видел? Вы стройку ищете, мужчина? Стройка туда, за лесом. Я поехал, давай. Давай. Скажи маме. Да, блин, жесткие бобры такие тут. Бобры жесточайшие. Да? Да, да. Ты думал, я погрыз, да, Элиш? Меня уже обвинили. Видите, тут на самом деле непросто. Он высокий, дорожка узкая, деревья тоже есть. Шикарное озеро. Очень чистой водой, даже не потому, что после зимы, а вообще. Мы продолжаем движение к следующему препятствию.